Пожалуй, самая толерантная улица Москвы, во всех смыслах этого слова, это улица Покровка. Она всегда была такой. Изначально это царская дорога, идущая от Кремля до некогда знаменитых сел Фролово, Рубцово, Семенова и Немецкой Слободы. Большая старинная улица Покровка, еще не поделенная на Ильинку, Моросейку, Покровку и Старую Басманную, есть на всех планах столицы, включая Сигизмундов план. В 17 веке в этом районе проживали кузнецы и котельники. Уже при Петре I здесь стали селиться дворяне. Здравствуйте! Петр Вяземский считал Моросейку выражением Старой Руси. Русь в кичке, в красной душегрейке, она как будто за 100 лет живет себе на Моросейке, а до Европы дела нет. Но при этом уже с конца 18 века здесь соседствуют и европейское, и исконно русское. А началось все с бледно-фисташкового породистого дома. Вроде бы ничего особенного в доме. Ну, полуротонда на углу. Ну, необыкновенно длинный он. Крылья здания от полуротонды по 150 метров. И все же дом красив. Он создает своего рода парадный въезд на Моросейку. В правом крыле, по Лубянскому проезду, которое было построено значительно позже, находились конторы купцов из хлебных рядов. Во втором этаже дома, по Моросейке, были номера, то есть гостиницы, а позже – довольно известный средней руки публичный дом. В самом доме сохранились типовые лестницы чугунного каслинского литья 1860-70-х годов. Во время нашествия французской армии в 1812 году здесь проживал маршал Мортье, генерал-губернатор Москвы при Наполеоне, который после ухода французов из Москвы взорвал по приказанию Наполеона часть кремлевских стен. Этот дом упоминается в романе Льва Толстого «Война и мир». Дом на Моросейке 2/15. Это дом Варвары Разумовской. Молодой граф Разумовский был отправлен в Европу, вернувшись оттуда полон свобод, начал вести, как сегодня сказали бы, прекратительный образ жизни. Отец его, чтобы утихомирить своего сына, решил женить на самой богатой невесте Москвы. К тому же девушке очень кроткого нрава, Варваре Шереметьевой. Но брак был обречен. Слишком разные они были. Глубоко верующая и малограмотная Варвара, и вольнодумец, вольтерианец Алексей Кириллович. После рождения 4-го ребенка Разумовский отдалил от себя жену, взяв в себе дворовую девку. А графиню обязал выплачивать ему ренту – 10 тысяч золотом на содержание детей. При этом он построил для нее этот дом на ее же деньги. Графиня Варвара Петровна жила здесь очень замкнуто и принимала у себя только детей и своего брата. Незадолго до войны 1812 года она покинула Москву, а Разумовский промотал оба их состояния. Улица Моросейка, которая проходит от площади Ильинских ворот в сторону Садового кольца, всего через два квартала вливается в улицу Покровка. По сути, это одна улица, но почему-то разделенная. Вообще-то она должна бы называться Малороссейка. Здесь находилось украинское подворье. Но московский говор подсократил название, и улица стала просто Моросейка. Итак, мы идем от площади Ильинские ворота. От памятника колокольчика, памятника героям Плевны, мимо величественного здания знаменитого политехнического музея и выхода из метро «Китай-город». Яркое знаметное здание в начале улицы, некогда Покровки, а теперь Моросейки, храм Николы Чудотворца в Клёниках или в Блинниках. Это сейчас оно, как в старые времена, выглядит довольно нарядно. В советское время храм приспособили сначала для нужд ЦК ВЛКСМ, он находился в соседнем конструктивистском доме, а затем под коммуналки. Храм не только красив, но и с удивительной историей и удивительными священниками. Здесь находятся мощи святого Алексея Человека Божьего. Его подвиг состоял в пасторском служении. Он стал настоятелем храма в конце 19 века, и 8 лет до того, как приход стал полноценным, один служил в пустом храме. В то время ежедневное служение было уделом монастырей, и для маленького московского храма такое было смелым шагом. После встречи с Иоанном Кронштадтским отец Алексий решил посвятить себя старчеству и служил здесь с особым чувством. У него с разговорами и на исповеди бывали художники Фальк и Нестеров, отец Павел Флоренский, философ Бердяев, скульптор Голубкина и многие другие известные люди. После смерти отца Алексия настоятелем храма стал его сын Сергей, арестованный в 29-м году и после долгих лагерных лет расстрелянный в 42-м. А мы идем дальше. По нечетной стороне Моросейки, мимо дома известного книгоиздателя Сытина. Этот доходный дом построил для Сытина московский архитектор шведского происхождения Эриксон. Дом и сегодня выглядит великаном. Несколько жестко и сухо декорированный, он все же очень красив своей строгостью. В 30-е годы на доме появился знак «Крепим оборону СССР». Такими знаками жильцов дома награждал Асавиахим,
Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству. Этот знак означал, что все жильцы дома, включая детей с 12 лет, сдали норму «Готов ПВХ» первой степени. А еще в этом доме должны были жить значки «Готов ПВХ» второй степени и инструктор по герметизации жилищ от отравляющих веществ. Все жильцы, включая детей, должны были иметь противогазы и уметь пользоваться ими. Трудно пройти мимо редкой детали в украшении дома – мозаики с логотипом и названием торговой марки «Дютьфуа», знаменитого московского продавца стекольных изделий. Сейчас здесь торгуют парфюмерией, а он торговал в том числе тарой для духов. В его продукцию расфасовывали свои духи знаменитые парфюмеры Бракар и Сиу. А во дворе дома много раньше находилось малороссийское подворье. Дом Дютьфуа стоит на перекрестке с Златоустинским переулком. По нему можно выйти к Мясницкой улице, но мы туда не пойдем, а подойдем лишь к дому великого московского архитектора Казакова. Этот дом, а точнее то, что от него осталось, позор столицы, свидетельство того, как мы не храним свое наследие. Великий русский архитектор Матвей Казаков, как известно, умер 26 октября 1812 года. Больной старик, эвакуированный от наполеоновского нашествия в Рязань, не смог пережить известие о пожаре Москвы. О гибели великого города, чей классический образ он создавал в течение нескольких десятилетий. Эту усадьбу он купил в 1782 году. Семья поселилась в старинных палатах, а на углу он выстроил двухэтажный новый корпус для своей архитектурной школы. Но вот уже 15 лет этот дом пустует, утрачены интерьеры, полная разруха. Среди учеников были трое его сыновей, а также целая плеяда московских зодчий первой половины XIX века – и Готов, Баве и многие другие. Именно они возродили детище своего учителя, отстроив знаменитую послепожарную Москву. В последней трети XIX века дом был надстроен третьим этажом, но сохранил благородные фасады, фрагменты старинной планировки и интерьеров. В 20-м столетии славная история дома подзабылась, его поделили на жилые квартиры. Мы, проходным двором дома Дютьфуа, выходим вновь на Моросейку. Городская суета, оживленные улицы отчасти мешает рассмотреть многочисленные приметы разного времени. Вот, например, двухэтажная застройка XVIII века. Здесь, на Моросейке, были расквартированы наполеоновские войска, благодаря чему, вероятно, и сохранились эти дома в 1812 году. Во дворах настоящий лабиринт строений, и даже местные обитатели офисов зачастую не могут разобраться в этих постройках. Один из домов на четной стороне Моросейки – доходный дом фон Кольбе. В этом доме жил выдающийся физик Петр Лебедев, которому мы обязаны основанием первой научной физической школы в России. Мимо закусочных и различных кафе мы подходим к дому, сильно выступающему за красную линию на нечетной стороне Моросейки. Это перестроенные палаты купца Давида Руца. Перестраивали их, в том числе и для датского принца Вальдемара, неудавшегося жениха царевны Ирины. Если включить воображение и представить, что этот исполин стоит здесь 17 века, и раньше вокруг него теснились маленькие деревянные домики в один этаж, то становится понятно, что это настоящий дворец. Хотя особой дворцовости в нем сейчас ничего не выдает. Но это с улицы. Давайте войдем во двор. Здесь располагалось датское подворье, посольский приказ. На дворе Давида Руца квартировали миссии великого и полномочного посла английского короля Карла II и другие чрезвычайные посланники. Историки считают это здание прототипом нарышкинского барокко. Посмотрите на изысканные наличники, восстановленные реставраторами еще в 80-е годы прошлого века. В этом же дворе любопытный детский сад 30-х годов в стиле позднего конструктивизма с довольно скудным декором. Но, тем не менее, он не растерял благородство пропорций. Мы выходим на Моросейку и вновь идем во дворы. Но на минутку остановимся у дома на углу с модным бутиком. Все советское время здесь торговали страшно дефицитными товарами в магазине «Консервы», который был известен на всю Москву. Сюда приезжали за рижскими шпротами, за португальскими сардинами и сухими венгерскими супами. Они были здесь всегда. А еще до революции в этой лавке торговали тоже большой редкостью сухофруктами. Мы проходим между домами 11 и 13. Здесь часто можно встретить беременных женщин. В глубине довольно старая женская консультация. По дворах в начале 20 века архитектор Нердзея построил доходные дома. Он остроумно расположил стоящие плотно друг к другу дома. Они поставлены под небольшим углом, и оттого жильцы соседних домов не могут подглядывать друг за другом. У подъезда дома номер 13 того же Нернзея местные жители устроили памятник всем, кто жил в этом доме, ушел и не вернулся. Памятник довольно скромный, но от всего сердца. В этом доме в каждой квартире кто-нибудь либо погиб на полях сражений Великой Отечественной войны, либо сгинул в сталинских лагерях.
Отсюда через арки можно выйти в Армянский переулок. И многие аборигены пользуются этим секретным ходом, чтобы сократить себе путь до Мясницкой. Мы же возвращаемся на Моросейку и выходим к Петроверикскому переулку. Здесь стоит чуть затормозить. На доходном доме на углу, на высоте 4-го этажа, любопытные маскароны – человеческие головы. По легенде, это портреты членов семьи заказчика дома. А напротив, через переулок, небольшой дом, где до войны располагалось российско-американское общество по изготовлению резиновых изделий – «Треугольник». «Треугольник» выпускал калоши, гамаши и презервативы. А рядом был завод «Проводник». На шинах производства фирмы «Проводник» ездила даже машина императора Николая II. Шины «Проводника» славились на весь мир. С противоположной стороны Моросейки – настоящая редкость. Вывеска «Свободен от постоя». Что означает эта надпись? А то, что владельцы дома внесли плату для строительства казарм и таким образом избавили себя от постоя военных. Ворота, на которых находится эта табличка, примыкают к бывшему владению Румянцева-Задунайского, где сейчас находится посольство Беларуси. Дом напротив – Моросейка-12. Здание больше похоже на петербургскую архитектуру. Серое, мощные элементы декора. И не мудрено, дом построил петербургский архитектор Лялевич для администрации «Треугольника». Сейчас здесь расположена служба по контролю за оборотом наркотиков Российской Федерации. Это серьезное и нужное ведомство занимает целый квартал. И высокое советское здание вдали, которое служит своеобразным театральным задником для церкви Косме и Дамиана, тоже относится к этому могущественному ведомству. Церковь Косме и Дамиана построена в конце 18 века архитектором Матвеем Казаковым. В ней прочитывается почерк архитектора, приверженца классической архитектуры. Пропорционально выверенная, строгая церковь, в облике которой ничего лишнего. Прихожанином этой церкви был Тютчев. Здесь молился Достоевский. Церковь не пострадала во время французского нашествия 812 года, поскольку напротив, там, где сейчас белорусское посольство, находилась мэрия города. Здесь не мог не бывать Наполеон. Кто был первым архитектором дома, точно неизвестно. Одни приписывают его Баженову, другие – Казакову. Вполне возможно, что авторы – оба известных московских зодчих. Усадьба принадлежала полководцу фельдмаршалу графу Румянцеву-Задунайскому. Здесь же жил и его сын, основатель знаменитого Румянцевского музея, Николай Петрович Румянцев. Дом Румянцева-Задунайского был изменен при следующем владельце Грачеве в конце 19 века. Тогда появились и многочисленные кариатиды, и лепной декор по фасаду. Фантазия архитектора Кайзера настолько разгулялась, что кажется, что в кариатидах он сумел изобразить все 40, а не 9 классических муз. Здание хорошо сохранилось, и в отреставрированных не так давно интерьерах, наверное, прекрасно работается белорусским дипломатом, которые, кстати, открывают двери особняка в дни культурного наследия. Мы прошли короткой Московской улицей. Когда-то Моросейка была частью длинной Покровской дороги, а в советское время почти вдоль нее проложили подземную дорогу, соединившую две станции метро – Площадь Революции и Курская. Моросейку с Покровкой переименовали. Они стали Богдана Хмельницкого и улицей Чернышевского. А вот подземный путь назвали Арбатско-Покровской линией, так что Покровка никуда не исчезала. А теперь и вовсе все вернулось на круги своя. Моросейка входит в Покровку у слияния с Армянским и Старопанским переулками, не прерывая хода. И мы продолжим это движение в следующий раз. До встречи! Схема прогулки. Выходим из метро «Китай-город» на площадь Ильинские ворота. Рассмотрев памятник героям Плевны на площади и дом Разумовской в начале Моросейки, двигаемся вдоль улицы. Перед нами храм Николы в Клиниках. Затем дом Сытина и доходный дом с магазином «Витфуа». Затем поворачиваем Большой Златоустинский и доходим до руин дома Казакова. Через двор дома Дютьфуа вновь выходим на Моросейку. Мимо малоэтажной старинной застройки проходим к дому 11, дворцу принца Вальдемара. Обязательно заходим во двор и вновь выходим на Моросейку. Пройдем во дворы дома 13, чтобы увидеть доходные дома архитектора Нензея и народный памятник всем, кто ушел и не вернулся. Затем тем же двором вновь выходим на Моросейку. И перед нами один за другим здания по обеим сторонам улицы. Дома общества «Треугольник», в одном из которых теперь служба по наркоконтролю, белорусское посольство, уникальная табличка «Свободен от постоя» и храм Косьмы и Дамиана. Прогулка небольшая, и вы легко сможете вернуться вновь к метро «Китай-город».